Работу счетного участка, расположенного в Монинском доме офицеров, проверил руководитель Московского областного отделения молодой гвардии «Единой России» Александр Толмачев. Участок открылся в назначенное время в 8:00. В течение дня работа велась в штатном режиме. У нас в течение всей недели проходило онлайн-голосование, сегодня очное. И по приглашению организаторов я приехал для того, чтобы пообщаться, узнать, как проходит, есть какие-то проблемы, может, чем-то необходимо помочь. Но, как известно, все проходит без нарушений, наблюдатели присутствуют. Особое внимание комиссия уделила соблюдению санитарных нормативов. На входе гражданам по необходимости выдавались маски. Также избиратели смогли воспользоваться антисептиком.